Здравствуйте, с вами интернет-портал района Некрасовка. Месяц назад мы уже делали репортаж о ходе строительства в 17-м квартале. На тот момент, помимо земляных работ, шел монтаж стрелы подъемного крана. Сегодня стройплощадка квартала встречает нас уже 5 собранными и работающими подъемными кранами. Сочетание густой дикой зелени и осваиваемой земли под застройку дает сильный контраст. Работы идут по обе стороны дороги под названием Кожуховская горка. Отливаются фундаменты будущих домов. Работает тяжелая техника, готовящая новые строительные площадки. За прошедший месяц изменения ландшафта сильно бросаются в глаза. Проделана большая работа. Отсутствие на этом участке высоковольтных линий и относительная удаленность жилья дает возможность работать на полную мощность. Мы будем следить за ходом строительства, о чем обязательно расскажем на страницах нашего портала. До новых встреч!